какой нужно выбирать ламинат? Ну, в принципе, все показатели, требования, там, классы и так далее, это вам все расскажут в магазине. Но что иногда могут просто не рассказывать? Это бытовой уже, как бы, момент. Вот смотрите, видите, ламинат глянцеватый. Это ламинат с тиснением матовый. Это такой тоже небольшой полуглянец. Это матовый, тоже с тиснением. Чаще всего на полуглянцевом ламинате остаются следы. И потом это все неприятно, конечно, надо постоянно затирать, мыть полы и так далее. Надо выбирать матовый ламинат, чтобы меньше было следов на нем. Вот. Ну и чтобы больше было тиснения. Тиснение — это выдавленный рисунок дерева.